Всем большой привет! Хочу показать свой заказ в компании Faberlic по 9 каталогу. Уже получила я 10 каталог. Как мне понравились новинки в 10 каталоге. Прямо очень-очень аппетитные, очень привлекательные. Вы посмотрите, какая красивая линейка. Оформление, дизайн, упаковки просто на высоте. Понравилось. И не хочешь, и не надо, а возьмешь. Понравился. Ну, давайте покажу, что было в заказе по 9 каталогу. Я сама лично очень люблю вот это средство для очистки духовок и плит. Я люблю мыть как духовку, плиту, так и раковину. Единственное, что в этом средстве содержится щелочь. Да, и поэтому нужно использовать резиновые перчатки, то есть обязательно защищать ручки. В упаковке 500 мл, хорошее средство. Я натираю мебель, ну, то, что нужно почистить, раковину, либо плиту, оставляю на несколько минут, а потом все смываю. Замечательное средство. Следующее, что было в моем заказе, это ежедневное средство для интимной гигиены. Содержит оно молочную кислоту, в нем 200 мл. Насколько я знаю, это средство хвалят все. Ни разу я не слышала какой-то негативный отзыв. Поэтому думаю, что тоже подойдет и будем использовать с огромным удовольствием. Подруга у меня очередной раз своему ребенку берет сразу весь комплект астронавтиков. Это зубные пасты для детей. Две пасты идут 3 с плюсом. Они безопасны, если случайно проглотит ребенок. И идет еще одна 6 с плюсом, но ее уже глотать не обязательно. Все пасты замечательные, они имеют приятные ароматы, детки их очень любят. Спрятали в кустике, да, я их спрятала. Давайте вот так. О, видно. Также я заказала своему мужу снова шампунь. Этот шампунь от перхоти. Он подходит для всех типов волос и действительно устраняет перхоть и причину ее возникновения. Это действительно так. Мы в пустых баночках уже показали один такой флакон. Мужу очень понравился. Волосы у мужа жирные. Моет он голову каждый день. Перхоть пропала полностью. Даже вот никаких следов от нее не осталось. В этом шампуне 150 мл. Обычно он стоит 250 рублей по каталогу. Но бывают скидки. И по акции можно купить за 200. Еще минус... У представителей скидки бывают, поэтому понравился. Была очень хорошая акция на аромат Каори 15 мл. Этим предложением воспользовалась у меня подруга. Тут не написано, да, в чем этот, чем хорош этот аромат. Но для меня это цветочный аромат. Вот как вот он нарисован. Тут вот такой розовый, нежный. Но не всем он нравится, не всем подходит. У меня он один из тех, которые мне нравятся. Ароматы от Faberlic. Так. Наверное, нотки я не скажу сейчас. Но интересно. Кто-то из девочек написал, что в нем есть горчинка. Ну вот как-то я... Сильную горчинку-то не чувствую. Цветочно-фруктовый аромат. Прозрачной свежестью бергамота. И почек черной смородины. Дышат верхние ноты. Сердце аромата наполнено благоуханием цветущего вишневого сада, прохладой водяной лилии и нежнейшей чайной розой. Тонкие акценты мускуса, ириса и ветивера завершают невесомую гармонию совершенной симфонии. Вот такое описание. Но вот, наверное, чуть-чуть древесные нотки тут присутствуют. Вот это почки, наверное, черной смородины. И дальше тут говорилось цветущий вишневый сад. Вот вишневый, вот есть такая небольшая горчинка, наверное. Вот поэтому, я думаю, девочкам показалось, что немножко тяжеловат. Так, я вот все покрасивее, чтобы. Ну, давайте дальше.
В заказе у меня была еще тушь, это новинка, цветные туши были, я брала себе хаки. И вот 5509 я взяла ультра черную или очень черная. Я ее открою, потому что хочу летом использовать. У меня ресниц почти своих незаметно, и их накрасить, чтобы их было видно, очень сложно. Давайте я попробую показать. И надеюсь, что вот эта чернота, которая заявлена, ультра-черная, мне будет в помощь, чтобы реснички было более видно. Она действительно черная, но как будет работать на ресницах, я посмотрю. Хаки мне нравятся. Понравилось. И вот у меня будет еще теперь такая тушь. Два карандаша. Кстати, карандаши теперь в коробочках упаковываю. Такая большая коробочка, и в нем два карандашика. С очень красивым дизайном. Посмотрите, какие они прям такие перламутровые. Один мой, другой карандаш подруги. Но мы с вами потестируем, посмотрим оба. Давайте я покажу. Хамелеоны. Вот так они представлены. 5 насыщенных мерцающих оттенков с эффектом хамелеон. Вот они все 5. У нас 54-73 вот такой фиолетовый. След кометы называется. И 54-74 поколение Юпитера. Покорение Юпитера. Я поколение. Ну давайте смотреть. И комету, и Юпитер. Начнем с фиолетового оттенка. Ну, очень красивый. Он прямо даже как хамелеон, сама упаковка. Так. Его надо будет точить. И сейчас мы тут немножечко порисуем. Вот так вот он смотрится. Ну вот я не вижу сильного перламутра. Но наносится легко. Достаточно мягко. Я думаю, понравится, как на глазах, потому что под фиолетовую тушь будет красиво. Тут немножко солнце, вот я пытаюсь поймать. Но он такой, знаете, серо-фиолетовый. Такой тенью будет падать. Ну, интересный цвет. Ну и второй давайте посмотрим. Покорение Юпитера. Вот так вот он смотрится. И давайте нарисуем им тоже. Вот в нем больше видно перламутра. Такое как бы свечение. И я тут даже пару блесточек в нем увидела. Ну, в общем, вот так. Мне понравились оба карандаша. Вот так смотрится. Очень интересно. С удовольствием буду пользоваться я. И думаю, подруга моя тоже будет пользоваться с удовольствием. И дизайн прямо очень красиво. Так, давайте теперь более интересное. Не удержалась, за 50% у меня был купон. Взяла я себе пудру. Пудра идет в оттенке 61-49. Артикул. Не оттенок, а артикул. Она в одном оттенке идет. Это такая хайлайтер, бронзант. Светится все золотом. Мелькает, мерцает. Прямо как в зеркало можно глядеться. Сейчас мы с вами откроем, посмотрим. И вот так вот она смотрится. Мне кажется, в моей разводов как-то маловато. Вот так, если перемешать. Так она смотрится. И вот так ложится на тело. Ну, вы знаете, свечение дает. Видно вам или нет, я не знаю. Мне это хорошо видно, что свечение она дает. Над сводчами. Ну, понравилось. Буду с огромным удовольствием пользоваться. Мне кажется, есть небольшой такой эффект загара. Как бы, знаете, у меня желтоватая кожа. И мне вот тут небольшую я вижу желтизну. Мне кажется, мне будет хорошо. Ну и вообще, девочки, кто брал, все хвалят в один голос. Именно вот по
их оценки я и решила взять себе. Так, ну, чтобы сильно не блестело, оставим ее вот так приоткрытой. Ну и последние два средства, которые мне очень хотелось потестировать, это, как оно называется, наливные средства для губ и щек. Sugar Blush, вроде так, что-то там сахарное, да? Так, вот так оно выглядит. И вот такие вот оттенки. У меня подруга взяла верхний оттенок 47-50, а я взяла 47-51. У нее оттенок называется ягодный десерт, а у меня розовый мармелад. Выглядят баночки вот так симпатично. Не знаю, мне кажется, наши поярче, чем в каталоге. Ну, давайте посмотрим оттенки. Первый оттенок подруги. Вот он такой. Выглядит темненьким. Я его трогать не буду. А вот мой давайте посмотрим. Так. Очень красиво, конечно, смотрится, как пироженка. И вот такой вот оттенок. Давайте сравним его с каталогом. Как мне кажется, у меня он ярче и в рыжинку уходит. В каталоге как-то он поматовее, потемнее чуть-чуть. Ну и давайте сводч попробуем сделать. Как бы говорят, ну, заявляют, что можно на щеки это средство наносить. Но мне как-то на щеки не очень хочется. Вот такой вот цвет. Ну, а на губы попробую, поносим. Вот так вот оно. Ну, неплохой оттенок, достаточно яркий. Думаю, на губах будет очень ярко заметно. Поношу, посмотрим. В крайнем случае в косметичку месяца добавлю, или, если интересно, расскажу потом под роликом или в каком-нибудь из роликов своих, как оно мне. Вот такие два средства. Очень красиво смотрятся они на полочке, прямо являются каким-то украшением даже полочки. Понравились. Ну и, как я сказала, каталог новенький, который с удовольствием полистаю. Вот такой был у меня заказ. Осталась я им очень довольна, хотела его, хотела тушь, хотела карандаш, и теперь буду с удовольствием тестировать. Спасибо огромное всем за внимание. Надеюсь, я была полезна. Всем до новых встреч и всем пока!